А, мама, ты спалила. Вижу. В одежде! Все начиналось очень мирно. Николь прям в одежде купается. Шок-контент! Хай. Мне мама попросила показать, как у меня школа работает. Я сейчас на Верто. Нет, сейчас. Короче, домашнее обучение полностью. Типа, не онлайн, пока ковида, он будет полностью онлайн. Вот, я использую вот это вот. HCL. И у меня здесь получается вот, я опять делаю 5-й класс. Ну, на всякий случай. Потому что я не думаю, что я готова еще к 6-му. Все равно. Потому что я даже не понимаю fractions. Он просто, он мне... А, у меня 5 занятий, и я могу... Получается, мне не нужна скорость, мне не нужно сидеть в классе с униформой. И получается, мы делаем 2 часа в день, минимум, занимаемся школой. Получается, вот я прохожу, вот один урок, получается, окей, возьмем, о, который не сделал, вот. Сейчас грузится. Вот, получается, выбираю свой аккаунт. И вот, мне вот задание. Вот. И я могу вот language arts, так как английский, литература вроде называется. Science, я не знаю, как можно на русский перевести, но это science, короче, это что-то. Social studies, это как география. А, блин, а, и испанский. Потом у меня есть вот Khan Academy, где я могу... Он не может помогать с уроками. Reading eggs. Не спрашивайте, что мне вот это, но это что-то. Сейчас здесь я могу читать книжки, еще что-то делать. Яйца набираете вот за каждую вещь, которую вы делаете. И потом я тебе мало, можешь покупать всякие вещи. И вот здесь у меня сейчас... Вот у меня тоже проходило. Вот так вот у меня со школой. Куда вас поставить? У меня печеньки и чай. Потому что никто не хочет есть, когда делать уроки. Я сейчас делаю математика. No, this one is yes. No, this one is yes. Ah, what? Oh, I'm sorry. I thought it was the other way around. My bad. Я с математикой не очень всем рассказывала, хотя занималась. Ментальная арифметика. Говорит, что у меня ухо синее. Ребята, у нас наконец-то забирают мусор перед домом, который лежал 2 недели здесь. Прикольно, приезжает целый подъемный кран, прям хватают мусор. Причем пригнали одну машину, и вон стоит еще одна машина. Я думаю, что хватит только одной. Опа! Вау! Вот это круто! А во что вы играете? Мы пугаем. А, вы его пугаете? Мы пытаемся быть Майкл Джексон. Хе-хе! Видите? Мама, ты спалила. Никого, здесь никого нет. Спалил. Здесь никого нет. Никого нет? Нет, я одна. Я поставил удочку на ночь с колбасой, которую ты мне дала. Да. У меня клюнула рыба, я прям ухожу, она вот так вот. Я не вытащила, она зашла. А, большая рыба? Я рыбу пойму. Я тебя сняю. Окей. Здорово. Так, вон наша цель. Или как это, добыча? Нет, не цель. Скажем, цель. Максим, без 5:09. Без 5:09. Но у меня расстановки на 9. Так? Да. Максим рыбачит. Очень интересно. Интересно, поймает он рыбу? Пишите в комментариях. Так он смотрит. Ой, я не слышу, где он говорит? 9:00. Никого нету 9:00. Да. А, мой спина там. I can't because of you. Давай приблизим. Я не знаю, приблизить. А я знаю. Как ты думаешь, он нас видел? Нет, я так не думаю. Он нас не видел. Он меня не увидит. Он тебя не увидит? Смотри, смотри, мне до сих пор приближено. Чего-то рыба не ловится. Вот так, так, он идет. Нет.
там происходит? А? Бежим, бежим, бежим. Так, мы спим. Ложись спать. Телефон. Мой телефон. Все, мы спим. У нас будет алиби твоя мама. Она нас видела, как мы спим. Все. Да. Это как в Among Us. Я видела, как они делают garbage, все нормально. Все, все, мы спим. Мы не импостер, мы спим. Мы не знаем, кто там был на балконе. Какой-то Майкл Джексон, который орал. Мое горло. Ну ладно, давай. Ой, идет сюда. О, нет. Мы сначала хотели пойти в, ну, под дождь, но мы пропустили его. Вот, видите, капли. Он, короче, прошел, мы его пропустили, и сейчас мы идем в бассейн. Окей, мы сейчас уже в джакузи. Нам стало скучно внутри, и мы решили поплавать. Так, ну что, как водичка? Холодная, особенно после джакузи. У нас такой бассейн холодный, джакузи горячая, а вот эти маленькие опоссумы еще там сверху водой обливаются. Эй, опоссумы, что вы там делаете? А ну стоять! А ну стойте! Стойте, кому говорю! Стоять! Давай, давай! Привет! Привет! Я не сколько у них бутылок? Не знаю. Давай. Оп! Бульк! Холодно, да? Холодно? Ух. Холод, 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 холод. И обратно в джакузи. Побежали. А, сейчас посмотрим, что они тут делают. А ну что вы тут делаете? Аккуратно только, смотрите, скользко. Так, смотрите, что они делают. Они набирают воду. Так, мыло не нужно. Пожалуйста, я вас очень прошу. Сейчас весь бассейн у нас в пене будет, а джакузи так тем более. Без мыла, без вот мыла. Еще один бежит, опоссум. Без мыла, без мыла. Папа сказал без мыла. Да, давайте без мыла. Набирают, короче, воду. И идут, поливают двух Николь. Бедные Николечки. Николечки, мы просто хотим вам сделать фонтан, если вы не понимаете. Так, вы потом повытирайте тут хорошо все. Так, они убегают. Ты меня обвела! Прям вниз и брызгай! Тише, 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 аккуратно, здесь скользко. Не бегай, не бегай, спокойно. Спокойно. Что вы хотите? Покататься? И это только начало. Это еще все не приехали к нам. Аккуратно, пожалуйста, пончики. Это горячая вода вам. Давай, давай, снимай ее. Давай, ты хочешь грызнуть? Аккуратно тогда. Скользко тут, очень аккуратно. Еве тоже прям хочется этого. Ну давай. Не знаю, убежали. Лей вниз. Лей вниз. Вон она, смотри, смотри. Вот это да, вот это движуха. Ля-ля-ля-ля, догоняют, с очком уже. Мишель за ними бежит с очком. Алиса с водой. Вот это войны, войны вообще. О, Николь тоже взяла бутылку. Так, Николь набрала полную бутылку, бежит за Алисой. Ох, сейчас кто-то попадет, ох, сейчас кто-то попадет. Мишель на помощь прибежала Алисе. Купание в одежде пошли, вот это да! В холодный бассейн! Вот это поворот, вот это поворот, вот это вообще никто не ожидал просто! Алиса, ты в шоке? Так, Алиса прям в одежде вместе с Мишель улетели в бассейн. Вот это было неожиданно. Две Николи тоже запрыгнули в холодный бассейн, чтобы девочки их не достали. Смотри, что Алиса делает. Давай, лови русалок!
обливашки даже в бассейне идут. Ля-ля-ля-ля-ля. И Ева туда же, Ева туда же. Дайте мне кого-то облить, дайте кого-то оболью быстрее. Пошла. Она пошла цветочки поливать. Такая, я за мир. Я за мир, пошла поливать цветочки. Да. Русалка поймана. Ева, короче, не выдержала, пошла в футболке и в трусах в джакузи. Это битва развернулась просто, битва титанов. Аккуратно, аккуратно, кончики, пожалуйста. Ля-ля-ля, вообще. Так это еще даже основная банда к нам не приехала, у нас уже такое творится. Все, отправилась, и Мишель тоже отправилась. Ребята, никто не ожидал, что у нас будет такая битва. Все начиналось очень мирно, и они просто лазили, по очереди купались. И тут такое. Так, первый раз Алиса скинула Николь. Вы можете себе представить, что будет, когда приедут еще остальные сюда? Какая тут битва будет и баталии? Тут еще 7 детей должно приехать. Или больше даже, или 8. Ох, будет. Алису закинули. Бум! Так, Еву завалили, все. Это мир. Это объединит теперь всех. Ева плюхнулась. Но она легонько так завалилась на попу. Я видел. Все, это сразу объединило всех и заставило заключить мир. Так, а хотите, мы устроим потом родителей против детей? Давайте. Это будет ярко вообще. Будем вас отлавливать и сбрасывать в бассейн. Так, какой же у нас здесь движ происходит, а? Так, всем привет. Привет! У нас целая детская банда тут. Привет! Ну как? Это просто... Кайф? Это кайф! Супер кресло! У нас кошка! Я не буду подсорвать! Так, ты тоже пилишь влог? Да! Отлично! Привет! Отлично! Вот эта банда тут у нас детская собралась. Чик. Привет! Привет! Меня зовут Платон, мальчик Фаворит. Классно! Платон! Супер! Ура, побежали! Вот этот движ у нас! И мы в этом всем сейчас живем. А Николь с Алисой под дождем ушли гулять. Даже не знаю куда. Просто под дождем ушли и пошли мокнуть. Так, интересно, где они? Нету, ушли и все. Все, все отправились в бассейн. После дождя мы бегали. После дождя, так дождь еще идет, вон. Вот это туся. Класс. Николь прям в одежде купается. Да, потому что мы главный персонаж. Да? Так, аккуратно, аккуратно. Мишель, пожалуйста, очень аккуратно, очень тебя прошу. Да, аккуратно, Мишель. Раз, два, три. Воу. Вот это да, вообще. Шок. Шок-контент. Так, ну как вам этот тусич? Вау. Где детская тусовка в джакузи. Детям для счастья надо. Если вода, джакузи, да. Сладкая и кола. Да. У тебя был такой тусич в 6 лет? Нет. Жаль, нет. А в 2? Да. Вообще, жизнь меняется. Класс. Вот это счастливые глаза детей. Это круто. Горят. Да. Кайф. Очень круто.